Дорогие братья и сестры, мы вас приглашаем на жатву, которая состоится в Киеве. Это будет особенное время, когда мы сможем быть все вместе. Верующие с разных церквей, с разных деноминаций, но объединенные Его любовью. И это будет особенное время для нашей страны и для всего мира, когда мы будем говорить, что мы все одно тело, и мы все одна Его невеста, невеста Христа. Я думаю, что жатва – это время любви, это время это служение любви. Для меня жатва – это любовь Отца. Для меня жатва – это огромнейшее событие, которое войдет в историю. И многие мечтали просто быть частью. Начало жатвы – это объединение Его тела. В Библии написано, жатвы много, а делателей мало. Нам нужны делатели. И я думаю, что это очень круто, что у нас есть такая возможность пойти в мир и принести миру эту любовь. Это будет особенное время, время Божьей благодати и милости для нашей страны, время чудес и время больших пророчеств, которые Бог хочет совершить. Станьте частью этого служения, станьте частью этой жатвы. Я хочу пригласить тебя, чтобы ты был рядом с нами, рядом со мной. Мне нужно твое сердце, мне нужна твоя рука, мне нужен твой голос и твой взгляд. Я хочу пригласить тебя на жатву, чтобы мы все вместе, в единстве, в одном духе, без разделения на конфессии, могли рассказать миру о нем. Приглашаем тебя на молодежный проект «Жатва». Ждем тебя, это будет крутое время вместе. Господь сказал в своем слове, «И залью Дух свой на всякую плоть. Ты есть часть нас, а мы твоя. Мы ждем тебя».